И вот когда мы выявили, уже видим для нас вот точно, да, вот эта цель управления, вот, которая дает нам состояние радости, дает состояние счастья реализованное. Und wenn wir das Steuerungsziel bestimmt haben und das Ziel, das uns den Zustand der Freude und des Glücks bringt. Мы рассматриваем внутреннюю поверхность маленькой линзы. Schauen wir uns an die innere Fläche der kleinen Linse. Это материя прошлого. Das ist die Materie der Vergangenheit. И через маленькую линзу, через идеальную решенную цель управления, она очень ясная, прозрачная, понятная, ну, прозрачная в плане, ну, чистоты такой божественной, да, мы через нее воспринимаем период третьего режима. Und durch sich, das sich realisierte Steuerungsziel in der kleinen Linse, das für uns sehr rein, sehr verständlich ist, nehmen wir den dritten Modus wahr. И мы начинаем видеть этот свет в маленькой линзе в нашей цели управления третьего режима. Und wir beginnen dieses Licht unseres Steuerungsziels, dieses Licht des dritten Modus in unserem Steuerungsziel zu sehen. Это свет, развивающий жизнь в бесконечной. Das ist das Licht, das das Leben in die Unendlichkeit weiterentwickelt. И мы видим с вами структуры, вот этот цвет, это структуры фундаментальных законов, которые уже обеспечили вечную жизнь всем физических телах во всех временах. Und wir sehen, dass dieses Licht, das ist das Licht der, der Strukturen, der fundamentalen Gesetze, die das ewige Leben für alle in der Zukunft, in allen Zeiten schon gewährleistet haben. Мы дальше развиваем свое образование. Und wir entwickeln unsere Ausbildung weiter. Мы начинаем изучать уже эти структуры фундаментальных законов. Und wir beginnen, diese Strukturen der fundamentalen Gesetze zu erkunden, которые в будущем уже обеспечили вечную жизнь всем физических телах во всех временах. Die in der Zukunft das ewige Leben für alle in den physischen Körpern schon gewährleistet haben. А видим мы их, ну, сейчас прямо в маленькой линзе. Вот он, этот цвет, и изучаем его. Und wir sehen sie jetzt in der kleinen Linse. Hier ist dieses Licht und wir erkunden es. Ну, во-первых, у Григория Петровича есть достаточно много лекций, которые так и называются «Фундаментальные структуры организации мира». Григорий Петрович hat genug, viele Lektionen, die genauso heißen, die fundamentalen Strukturen der Organisation der Welt. И, например, когда вы будете эту лекцию прочитывать по фундаментальным законам, по фундаментальным структурам, и одновременно будете познавать это, разглядывая в маленькой линзе проявление этих структур. Und zum Beispiel, wenn ihr diese Lektionen durchlesen werdet, werdet ihr auch gleichzeitig diese Strukturen in der kleinen Linse euch anschauen, sie erforschen. Вот Григорий Петрович дал совершенно простую позицию, да, воспринять период третьего режима, и вот увидели свет, а это есть те структуры, которые уже обеспечили вечную жизнь всем. Григорий Петрович hat eine ganz einfache Position gegeben, die, а можно еще раз про позицию? Позиция очень простая, да? Вот цель управления воспринять период третьего режима, и мы его, вот это же, ну, импульс световой, да? И он, этот световой импульс появляется, ну, в линзе, мы же через нее смотрим, через нее посмотрели, как бы, да, свет увидели, а это и есть те структуры, вот этот свет, которые уже обеспечили вечную жизнь всем. Я просто забываю начало, когда много цель простая, воспринять. Вот простая у нас позиция. Он сказал, что нужно сделать, да? Воспринять через маленькую линзу период третьего режима, да? Да. Also unser Ziel ist, diese einfache Position ist, den dritten Modus des Geräts wahrzunehmen. Как только увидели этот свет через маленькую линзу. Und sobald wir dieses Licht durch diese kleine Linse sehen, wir sehen. Это мы с вами все уже видим структуры фундаментальных законов, которые уже обеспечили вечную жизнь всем. Und das ist eigentlich alles. Also wir in dem Moment sehen diese Strukturen der fundamentalen Gesetze, die das ewige Leben für alle schon gewährleistet haben. И мы на них концентрируемся, мы их познаем. Что же это за структуры? Und wir konzentrieren uns auf diesem Licht und wir erforschen diese Strukturen. Wie sehen diese Strukturen für uns aus? Получаем образование напрямую. Вот тут все раскрывается через концентрацию. На чем концентрироваться, мы знаем. Концентрируемся, смотрим, раскрываем эту реальность. Also wir bekommen die Ausbildung direkt. Wir wissen, worauf wir uns konzentrieren müssen. Wir konzentrieren uns darauf und wir eröffnen für uns diese Realität. И в определенный момент у нас, когда мы видим, да, вот ответ на любой вопрос, по любому вопросу решения. Это же структуры, которые всем уже обеспечили вечную жизнь. Und wir sehen also die Lösung für jede, für beliebige Frage oder Aufgabe. Und da sind ja schon die Strukturen, die schon das ewige Leben für alle gewährleistet haben. У нас возникает такое состояние счастья. Вот решение всех вопросов, ответы на все молитвы мира и человечества. Und es entsteht so ein Glückszustand, da hier die Lösung aller Fragen sich befindet, alle Fragen der Menschheit.